Здравствуйте. Июль 2024 года, город Запорожье, Украина. Вот у мотоцикла есть проблемы. То есть в моторе стучит, плюс еще богатит смесь. И из-за этого свечи загрязняются. Еще резинки. Вот эти вот резинки трескаются. Ну и еще несколько там других замечаний есть. Решили мы разобрать это все. И что скажет эксперт? Прошу. Так, что там рассказать? Разобрали, да, значит, у нас тут толкатели изношены. В форме грибка они изнашиваются. Вот этой, вот тут, стороне вот этой. Тут разбита тоже уже цементация. Закончилась, так сказать. Вот. Значит, поршня стоят. Вероятно, Умот, Польша. Размер 78,7. Вот. Почему не доточили до трех колец на 79, непонятно. Вот, значит, ну будем еще разбираться, смотреть. Тут как будто бы зажаты вкладыши сильно. С коленвалом оно все движется. Прилипает, так сказать. Не знаю, сейчас посмотрим еще. Вот. Ну а так, в принципе, ничего такого. Можно было бы ездить и дальше. По 1000 в год накатывать. И все, ничего страшного. Ну, лучше же разобраться на месте. И в том числе при... если туда полезть, может быть, вскроются какие-то дефекты. Может, что-то еще вот найдем. Да. Найдется, на которое следует обратить внимание. Вот масло, кстати, черное. Хотя... Масло не менял, наверное, давно, да? Хотя пробег малый. То есть на спидометре вот там пробег после ремонта 2299 километров. А насчет масла, ну, может, я его менял, скажем, полтора года назад или там два года назад. Может, оно не из-за пробега, а из-за того, что долго не меняли его просто. Ну, просто оно... Засралось масло. Да, то есть в том числе и масло поменяем. Вот это плюс к тому, что двигатель разбирается. Кстати, масло, кто знает, не только в двигателе, но и в коробке передач. И тут еще в заднем мосту. Ну, это так, для тех, кто не знает. Вот. Что еще можно к этому сказать всему? Ну. Продолжение следует. Да, продолжение следует. Мы еще посмотрим. Главное, что нужно что-то сделать.